Австрия презентовала проект своего павильона для Экспо-2017. Дизайнеры прошли несколько этапов конкурса, и в итоге победил проект архитекторов BWM и сценографа Юлии Ландзель. В отборе участвовали кандидаты со всей Европы, отмечают в посольстве Австрии. Павильон занимает площадь 870 квадратных метров, и по информации консула, внутри расположатся представители 20 австрийских фирм, но внимание гостей будет приковано к центральной конструкции – австрийской силовой машине. С ее помощью посетители смогут стать источниками энергии. К слову, в самой Австрии порядка 20% потребности в электричестве покрывается за счет возобновляемых ресурсов, а именно за счет солнца, ветра и воды. Как отмечают представители павильона, у Казахстана в этом направлении есть большой неиспользованный потенциал. Преимуществом Австрии является богатство воды водоемов. Здесь мы усматриваем хороший потенциал для развития альтернативных источников энергии. И, насколько я сейчас могу судить, у Казахстана тоже есть огромный потенциал, который мы связываем с энергией ветряной и солнечной.